Доброго времени суток. Ну что ж, пришла пора отправиться в храм спящего. Наконец. Итак, мы внутри. Шаровая молния. Что еще понадобится? Ледяная волна. Ну и призывы. Так и свет. Вот. 45 маны. Девять раз можно использовать уничтожение нежити. Yeah.
есть. Забыл. На скелета мага почему-то не действует это заклинание. Правильно, ногой его еще затопчи. Да, чуть было неприятностей не нажил. Забежал без маны. Так, ну лучше все же иметь тут под рукой меч. Ману. Thank you.
Хорошо. Черт, они все одинаковые. О! Не поймешь совершенно, где свой, где чужой. Так, вот я даже не знаю, эта компания за меня или против. Так, нет, это против меня. Похоже, нужен кто-то посерьезнее. О, черт! Притаились в паутине. О, чёрт! Ничего себе! Thank you.
Ох, вот это да. Неплохо. Ни на что не хватит. Разнесли всю эту шайку местную. Да, так и есть. Я и думаю, откуда так много скелетов было. Большая часть вот с этой площади увязалась за мной, когда я внизу пробегал. Шаманов брать. Хорошо. По крайней мере, пока что никого. Ну, демоны слишком толстые, они не пролезут в эту арку из вот этого вот подсвечника. Так что... Любопытно, что демон тоже может корчиться от электричества.
телохранители. Думаю, троих хватит. Все равно, иначе они будут мяться, стоять тут. Неверный в нашем храме! Будь ты проклят! Сам будь проклят, гниль! Так, самое главное, не дать ему ничего сделать. Пока что получается хорошо. Да, отлично. Ну что ж, начало положено. Один проклятый шаман уничтожен. На этом пока прерываемся. Продолжение смотрите далее. Увидимся.